Друзья, привет! Продолжаем снимать для вас новогодние рецепты. И сегодня у нас снова новогодняя нарезка. Она очень простая, легкая, быстрая, но выглядит на праздничном столе просто супер. Мы сделаем необычную фруктовую нарезку, которая по форме будет напоминать мне маленьких Дедов Морозов или Санта-Клаусов, кому как больше нравится. Для нарезки нам понадобится зеленый виноград, красная клубника, банан и маршмеллоу. Ну и, конечно, разделочная доска и красивая тарелочка, на которую мы нашу закуску будем выкладывать. Сначала берем клубнику и разрезаем ее примерно напополам. Это будет шапочка для нашего Деда Мороза. Перекладываем шапочки в тарелку, они нам пока не понадобятся. Хвостики нам вообще здесь не нужны, их можно съесть просто так. Теперь берем банан, очищаем его от кожуры и нарезаем на кружочки. Кружочки должны быть достаточно толстыми, чтобы банан не развалился, когда мы будем нанизывать его на зубочистку. Теперь берем виноград, конечно, предварительно его моем, и отделяем ягодки от ветки. Нам понадобятся только ягодки. А виноград лучше брать, конечно, зеленый, хотя коричневый, точнее черный, тоже будет смотреться достаточно неплохо. Сначала на зубочистку нанизываем виноградинку, затем банан, затем ягодку и сверху закрываем все это маршмеллоу. Здесь будьте аккуратными, пожалуйста, не уколите себя пальцы, потому что зубочистки очень острые. Делать такую закуску очень легко, мне кажется, вы можете успеть делать вот такую же тарелочку, как у меня, примерно минут за 10, может даже и за 5. На новогоднем столе такая фруктовая нарезка точно будет смотреться очень красиво, и гости обязательно спросят, откуда вы увидели эту идею. Она очень красивая, необычная, а главное вкусная. Конечно, нужно выбрать правильные сладкие фрукты и ягоды. Приятного вам аппетита! Мне кажется, что такая нарезка украсит любой праздничный стол, новогодний стол, а особенно понравится деткам. Только следите, пожалуйста, чтобы детки случайно не съели зубочистку. С этим нужно быть аккуратнее. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Будет много новогодних рецептов.